продолжаем рассматривать картины Джеймс Энсо. «Старая дама с масками», 1889 год, холст масла 54 на 46,5. Считается, что Джеймс Энсор изначально планировал создать портрет Нел Доф, французской писательницы нидерландского происхождения. Однако заказчица отказалась принять полотно, и художник переработал его по своему усмотрению, водрузил зеленый парик на голову модели и добавил фантастическое окружение, излюбленный мастером мотив многочисленных смеющихся и хумлящих масок, которые олицетворяют человеческое лицемерие и притворство. Автор не забыл поместить в правый угол картины череп, намек на бренность всего существующего в мире. Нел Доф на момент написания полотна исполнилось всего 31 год. Она была старше художника на 2 года, но с полотна на зрителя смотрит лицо пожилой женщины с глубокими морщинами. Возможно, художник намеренно состарил молодую модель, чтобы показать, как лицо человека под влиянием жизненных трудностей постепенно приобретает черты маски, потом становится ею и в конечном счете превращается в череп. Ну, вот такое описание картины «Старая дама с масками» Джеймса Энсора я нашел в интернете и вам зачитал. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».